встрече с поэтом и писателем Дмитрием Углевым ребята из Видновской гимназии подошли с большой ответственностью. Заранее познакомились с биографией и выучили стихотворение. Первый раз, когда я видела в жизни поэта, это было интересно о том, что он сегодня пришел к нам и хочет рассказать о своих стихотворениях и произведениях. Не ожидал такого поворота событий. То, что к нам придет сюда поэт, который написал множество очень интересных и поэтических книг. Дмитрий Углев – постоянный гость и участник творческих мероприятий Расторгуевской библиотеки. Совместно с заведующей Татьяной Пономаревой даже выпустили несколько книг для детей. Татьяна Сергеевна занималась иллюстрациями и оформлением. Мы часто приглашаем на наши мероприятия и стараемся детей знакомить с творчеством людей, которые живут в нашем городе. На встрече видновский поэт рассказал о своем творческом пути, о том, что начал писать стихи еще в школе. С друзьями организовали музыкальный коллектив. Сначала перепевали песни известных исполнителей, потом решили создавать свои композиции. Тексты к ним писал Дмитрий. Закончили школу, разошлись, у всех появились семьи, и на этом процесс прекратился. Очень долгое время я вообще не писал ничего. Возобновил свою творческую деятельность где-то в начале 2000-х годов. Для выступления дети выбрали стихотворение, которое им ближе и интереснее. Диму Козлову нравятся стихи на военную тему. Не дает заклятым друзьям жить спокойно славянский наш мир. Что ж, подобно русским князьям, вновь устроим для ворога пир. Сначала я волновался, а когда рассказал, уже стало лучше. А Макару Калташову приглянулось произведение о родной природе. Выбрал стихотворение «Весна», потому что я так обрадовался, когда начал таять снег, потому что ура, близко лето. Некоторые стихотворения были достаточно сложными, но Дмитрий оценил старания ребят. Ну а в планах библиотеки продолжать творческие встречи с писателями и поэтами Видновского края. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.